Глава городского округа Ради Хабиров встретился с делегацией большого десантного корабля «Георгий Победоносец». Поездку на подшефное судно красногорцы совершили в начале года. Теперь ответный визит североморцев. Мы очень гордимся, что вы у нас есть, что такой замечательный корабль, замечательный экипаж является нашим побратимом. Поэтому позвольте вас, конечно, сперва приветствовать здесь, и мы очень-очень рады. Командир корабля Андрей Жарков приехал в Красногорск лично. В составе делегации также инженер штурманской боевой части и его коллега по работе с личным составом. Глава округа вручил гостям книгу пожеланий для экипажа и другие подарки. Североморцы в ответ подарили красногорскую картину. Сюжет – одно из последних боевых заданий экипажа, которое длилось 11 месяцев. Побратимов связывают долгие годы дружбы, символом которой стал памятник-якорь, установленный на Ивановских прудах. К нему сегодня делегация Георгия Победоносца возложила цветы. Очень понравилось, большое количество положительных впечатлений. Я надеюсь, что побывать здесь получится неоднократно. Одна из целей ответного визита – патриотическое воспитание. На базе 7-й гимназии действует клуб «Персей», с ребятами которого обязательно повидаются моряки.